Ой, бля, коленкой. Это знак, блядь. Ты ладно, не будешь попадать, да? У меня тоже две есть, блядь. Это знак, нахуй. Вадик, только не коси теперь. Его у меня коленка не попала за коленки. Он сейчас будет их всех бить, блядь, и коленки ломать. О, Руссо Туриста Феникс 4.0. Диман сегодня ливнет, наверное. Хороший вопрос. Где твои трешки колхозу? Знаменитые. Бля, колхозов не осталось, нихуя. Почему остался один? Мусфанг. Да, который мы сегодня обыграли, блядь, 3-0. Дабл трабл. Да, блядь. Когда-то это не было колхозом, блядь. Нет, когда там была нормальная команда. Мы начинаем. Для вас работают Георгий Чертанцев и Константин Генич. О, заебись, он уже играет на чужую команду, блядь. Коленка хули. И что дальше тут будет? Хорош. Как здорово здесь он сыграл. Стас там борется как волк. Не туда пошел. Бля, не довернул. Бля, да. На тебя хотел. Да я тоже ждал. Идут они уверенно в атаку. Получается все просто. Ты что творишь, блядь? Они впереди делают перевод. Ну стоя, стоя, стоя. Вот их награда за игру с высоким прессингом. Ты что, Спартак, блядь? И не давали ему такой вот пас. Сделать, кроме как отдавать быстро и не всегда точно. Это и привело к результату. 1-0 сейчас. Надо забивать 3. Поздняк метаться. Не, лучше 4. Ну куда ты бежишь? Зачем бежишь? Гаси. Ну зачем ты бежишь со мной вместе? Сейчас обрежемся, все, пизда будет. Да нам уже и так пизда, играть в свое удовольствие. Не, я понимаю, дело не в том. Грамотный пас, все, пойдем. Мы проехали. Будем. Смысл будет. Мы уже не пройдем, нахуй, следующий этап. Надо пятерку забивать, блядь. Что творите, блядь? Стас, не бомби, Стас. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. И туда на дальнюю подачу пошел. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас, мяч отбил подальше. Все верно, вратарь сделал. Снял, бля. Как здорово защитник сыграл сейчас. Хорошо. Есть пространство. Тащи, тащи пока. Пока не будут встречать, что, беги. Ой, хорошо. Хорош. Хорош. Есть еще порох, блядь. И ягоды в ягодицах. Вот это настоящий форум, да. Недаром ударил по коленке, блядь. Еще три. Хотим, чтобы сравнить. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Давай, блин. Гаси говно. Катают они мяч. Играют они в пас. Ходит мяч у них. Хорош. Побольше бейте. Он спит, сидит, блядь. Они помешали пробить точно. Вратарь сборной, блядь. Не, чё, Кирк пиздат, вратарь. Да я ничего не говорю, просто. Дальний, смотри. Может что-то получиться. Хорош. Хорош. Вадик, вот что-то опять там слева-то, блядь, будь ты в центре-то. Может получиться интересная атака. И мяч на фланг отправляется. Играет он на партнера. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. Наш. Нарушение и штрафной удар. Угу.
просто великолепно он в этой ситуации разобрался. На, Наски выжил почти, блядь. Нет, не удержал он мяч, защитник. Ну я подошел, он чуть подождал, получается. Ромалё сегодня нет, Никита и НЦЗ ебашит. Хватишь ты, господи. Центр, смотри, центр. Центр. Да, Никита везде умеет, он пух. Отличный перехват, очень вовремя. И будет аут. Накройте сразу. Разберите всех. Блестяще с соперником разобрался. Ну, и покидает мяч в штрафную. Да как не отнял? Нормально. Прикалываешься. Ой, я не вы. Джером. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Мяч покинул пределы поля, аут. Костян, больше не фали. Ой-ой-ой. Да ебать, тут с ними хуй получится. Тебе дали плюшку. Жаров. Вижу. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Быстрее, господи. Блядь, да что? Сука. Кривые пальцы, блядь. Кнопку задел, блядь. Редкая отмазка в нашем коллективе. Кнопку задел, блядь. Кнопку задел, блядь. Ребят, я вообще не хотел кнопки наш мой случайно задел. Джойстик рядом лежал, хуй знает. Как кнопку задел, блядь. Кнопку этого, пас на ход задел случайно, блядь. О, хорош, решай нахуй. Хорошо. А эти еще два. Подарили. Мы их заговорили. Быстро и не всегда точно. Это привело к результату. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Женя, за спиной. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Отдает он передачу. А вес тут напрашивается. На месте защита. Рикошет и угловой будет. Ближнюю кто-нибудь возьмите один. Могут на ближнюю подать. Вот, видите, прибежал Кейси. Я на дальнюю пошел. Хорошо. Слишком сильный подач. Получилось, мяч перелетает. Догоняй. Я не успею, наверное. Подожмите, накройте. Три минуты будет добавлено. Отдавать мяч нужно, есть кому. Ошибется, давай. Много крутится они. Не смогли. Надо жать. Отдает он мяч партнеру. Дальний. Играет в пас команда. Навешивает в штрафную, есть кому сыграть. Хорошо. Отлично, защитник сыграл. Кидай мне сюда. Разрядил ситуацию. Влад. Хули ты улегся там, блядь? Ну, сорян. Он вы Вангал. Не расслабляемся. Кстати, похож, да, на Вангала было, блин. Сука, вот чем запомнился мне Вангал в МЮ, так это вот этим своим, блядь, падением. Весело было тогда. Когда по мячу не попал. Да не, он это показывал, как игрок упал, он тренером был. На бровке судье показывал, как, ну, пацан, типа, его никто не трогал, он сам уебался. Mm-hmm. И тот тоже, типа, на ровном месте хуяк такой прилег перед судьей боковым, типа. Чё за хуйня, вы охуели? Кайфово Бабель в Лиге Чемпионов упал, когда, блядь, с кем-то он... А, это да, это еще было веселее, но это уже было позже, блядь. Погнали. Начинают второй тайм, команда. Смотрим, забросим тоже.
А чё, жили были забросами не играют обычно? Играет. Интересно, куда дальше мяч пойдет? Центр штрафной подачи. Скид второй темп один. Вообще. Пошел. Прямо на соперника сыграл сейчас. Отдал мяч просто так. Дальний, Игорёк. Хорош. Не даст. Сука! Хорош, блядь. Тариба Бест тут какой-то пиздатый у них. Да, был когда-то такой игрок. С Болтона Уондерер. Центр, смотри. Бери, бери, Женя, бери, бери. Выдвинься на него. Там на дальний один. Нормально, молодец. Выноси. Вынеси. Выноси. На ход вы выносите. Вперед. Горяну, вот. Теряют они мяч. И есть на фланге место. Не кипишите, продолжаем играть, кайфовать. Ходит мяч у них. Могут навесить хозяева. Только встретить надо кому-то. Не дайте пробить. Мне опять не дают это хорош. Да что опять не так, ё-моё! Рука сопля какая-нибудь. Так это на остановиться на этот... За стенку, на ворота, встаньте побольше, кто дальше. Одного выпьем. Да, да, вот здесь, вот стой. Хорош. Выносит мяч с линии ворот. Отлично сыграл полевой игрок и вовремя оказался в воротах. Ну, навешивай! Не что? Получился навес, мяч выбит первым же игроком удавлю, соперника. Удавлю, правильно. Хорош, эй, блядь. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Игроков разобрали, игроков. Выдавливайте, выдавливайте. Хороший прессинг соперника. Хорош, хорош. Отдает он передачу. Еще. И сразу. Тут будет. Ой, 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 а чё не пасть? Да не, 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 а чё это? Нужен... Хороший гос, центральный, страхуйте. Отдает он мяч, вот это опасно. Ой, хороший Диего. Второй темп, смотри, один. Хорош, 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 хорош. Спокойно. Вынесите. Фланг можно. Блять, ножки надо. Да, да, да. Что-то я долбанулся, блять, проебался. Хороший шаг. Хороший, нет, нет, играйте. Месси. Влад. Еще ниже. Ну быстрее же, господи! Страхуй, страхуй вверх. Короче, короче, давай, 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 давай. Все, на, вот, на Игоря. На Игоря. Ебать. Хорош. Копать, сука. Идут они в хорош, хорош. Разгадали замысел соперника. Что получилось? Командам 20 минут. Я что-то не знал, так высоко пойдет. Умеет он с мячом обращаться, и сейчас он концентрирует еще раз. Блять. И бежит там сверху подстрахую. Вот. Да что за вынос такой? Хорош, 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 хорош. И правильно, давай мяч из штрафной. Выдвинь, Денис, выдвинься на нем. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Вратарь. Мяч у вратаря, все в порядке. Отлично. Хорош. Шире, шире, шире играйте. Вряд ли можно эй! Ситуации, наверх надо было. Отдавшего передачу. Центр. Перехват был хорош. Пас на ход партнером. Выходите, вратарем. Великолепно исполненный пас в разрез. Гол отдали соперника. Все логично. Они очень хотели забить и наконец-то это сделали. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Блять. Очень удачный пас прямо в ноги соперника.
Шанс убежать в контратаку есть у команды. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Сюда. Выносит мяч защитник. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. И буквально подарил мяч сопернику. Хороший пас. Здесь прессинг. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Снова точный пас в его исполнении. Катают они мяч. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. 90 минут. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Но чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. И по-прежнему ничья, и все ближе... Давай. Нарушение. Нарушение очевидное, и судья может... Жень, возьми план, возьми, Жень. Ты, Игорь, к Вадику. Да я понял, у меня хуй происходит. Центральный. Нормально. Ну, в принципе, неплохая была атака, но чтобы вот как-то она оборвалась на полуслове. Отдает он мяч партнеру. Отдает он передачу. И как он дальше мячом разбирается. И это пенальти. Диего? Ага. Еще и пена лифтовая, блядь. Нормальная тема. Уходить так красиво. Ну да. Центру, я сам хотел сейчас подкат какой-нибудь в ноги сзади долбануть. Чисто. Последний минут сейчас играл, блядь. Я ждал. Следующий матч кубка не играешь. Его не будет просто. Я знаю. Блин, кайфовые вот эти пасы от Игоря к Вадику, но потом с них ничего не получается. Вадик или не туда дает, или после Вадика паса криво принимает. Они очень быстрые. Вадим, а кто у нас завтра? С кем мы играем? Да, я не знаю. Не смотрел пока. Там ну что ты? Там что-то такое. Ватрушка, блин. Там что-то сложное. Что-то сложное. Жили были, да.